Многие жители Ленинского района уже могли заметить подобные плакаты на улицах своих поселений. Давайте выясним, от чего нас пытается уберечь Главное управление ветеринарии области. Очередное китайское предупреждение. И мясной ряд под открытым небом прикрыт. Пора торопиться. Раз вы не понимаете. Подожди. Если вы не боитесь попасть в больницу с острой болью в животе, смело покупайте мясо у стихийных торгашей. Печальные последствия вам будут обеспечены. А все потому, что продукт хранится в антисанитарных условиях. Продажа чуть ли не с земли. Положенные разрешения на торговлю и медицинские книжки у продавцов отсутствуют. О ветеринарных справках здесь даже не слышали. Но, кажется, мясной вакханалии подходит конец. Да будет на территории Московской области безопасное мясо. Ведется работа, выявляются, люди наказываются. И на сегодняшний день граждане могут спокойно приобретать мясную продукцию, ну, предварительно удостоверившись о том, что все необходимые разрешения и документы на мясную продукцию есть. То ли дело добросовестные предприниматели. Такие в городе Видное базируются в нескольких местах. Да, они тоже уличные торговцы, но соблюдают гигиену и закон. Вот парное мясо из Рязани. Чтобы оно попало на прилавок, а потом на столы видновчан, фермеру пришлось пройти немалый бюрократический круг. Просто согласование даже областей проходит, Москвы и Рязань, все через главную ветеринарию, все основательно. Управление, да? Да, через главное управление. Это все серьезно, поэтому как должны быть. Зато покупатели здоровы, и полицию периодически не придется беспокоить. Нам очень нравится, мягкое, всегда свежее. Нам все нравится. Цена. Вот что порой отпугивает людей от таких культурных мест продажи парным мясом или иной мясной продукции. Индивидуальный предприниматель Сергей Голов предлагает колбасы фермерского производства в Воронежской области. Цена его товара, конечно, не низкая, но качество, по утверждению продавца, отменное. И вот этот батончик уходит на 400 рублей. Вы не купите в магазине такой батон с водой за 400 рублей из мяса. Я даю всем людям, всем, кто подходит, даже у меня написано, что даю бесплатно. Кому нравится, в основном берут, даже и бабушки приходят. Ну что ж, давайте попробуем эту настоящую мясную продукцию. А ведь действительно мясо. Не верите? Тогда убедитесь сами. Безопасное мясо здесь гарантировано. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Елена Кошелева. Видное ТВ.